Всем привет! Вы на телеканале ТКВК ТВ, и сегодня я вам покажу и расскажу еще одно видео, ну, которое, как вы тоже поняли, посвящено «Мама, купи мне пони», этой теме. Она у меня сейчас очень популярна. Давайте смотреть. Ага, да. Правда, что ли, вы уже подъезжаете к нам в торговый центр? Я рада, да. Жду. Доченька, да, мам. К нам подъезжает моя старая подруга Лена. Лена. А, Лена, это та... Да, это та Лена, ты ее знаешь, детство. Да. И куда вы с ней пойдете? А, да вон в тот отдельчик. Вещички посмотрим, а ты можешь с нами посмотреть. Хотя нет, ты повезешь тележечку. Хорошо, мама. Хорошо. Сейчас дождемся Лену, а она без дочки своей. Ну, она без дочки. Ее дочка, как бы сказать, не любит никуда ходить. Так что, как ты видишь, она придет одна. Сейчас. Привет, подруга. Ой, Лена, привет! Ой, давненько не видались. Ага, давненько. Совсем давненько не видались. Ой, помню, раньше были не разлива, а подруги. Ха-ха, как в детском саду дружили. Так, ну ладно. Ой, пойдем уже, пойдем. Пойдем, посмотрим вещи, дочка. Иди за нами. Пошли. А, да, иду. Мама. Да, доченька, не видишь? Ой. Доченька, ты не видишь? Я занят. Сговариваю с подружкой, что? Мам, ну можно я зайду тогда в игрушки одел? Ну, пожалуйста, посмотрю. Хорошо, только не мешай нам смотреть вещи. Хорошо. И корзинку. Вот, вам корзиночка. Дочка, одел игрушек. Вау, какие игрушки! Тут есть мини-фигурки. Вау, это лунная пони, Пинки Пай, принцесса Селестия, радуга, Флаттерши, искорка. Вау. Ну да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пони. 6 целых пони. Вау. Теперь посмотрим другие пони. Вот такие поняхи. Это коньки-колонки вроде бы. И их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6 пони. Ралицис, какие красивые поняхи. Подождите-ка. Это пони Моден. Это самая мод пони. Красавица какая. Я ее хочу взять, пожалуй. Блин, надеюсь, мама мне... Белоснежка? Это же новинка. Перу. Надеюсь, мама разрешит. Ну, конечно, я еще возьму мини-пони. Возьму я... мини-пони. Ой, простите. Вот такую мини-поняшу я возьму. Луну пони. Так. В принципе, они должны вместе недорого стоить. Но я у мамы спрошу. А сейчас маме приду. Она там, наверное, уже набрала себе. Так. Вот эта сумочка. Я ее возьму. Вот эту фиолетовую... Ой, прости. Вот эту фиолетовую... Сумочку я возьму. Она очень красивая на меня, на мой цвет похожа.
Красивый выбор. И причем, мне кажется, довольно-таки хороший выбор. Вот такая сумочка. Так, а я себе возьму... Ой, вот этот бантик. Так, сумочка. Еще и вот эту расчесочку возьму. Да? А ты еще что-нибудь возьмешь? Да. Тоже сумочка. Все. Телефон. Мой телефончик. Пойдем. Ой, доченька, привет, привет, мама. Положи на место этих пони. Мама, у меня был день рождения, ты мне ничего не подарила. На мой день рождения. На мой день рождения. Так что давай. Ты мне должна подарить что-то. А особенно вот эту Белоснежку. Я ее так хотела. А принцесса Луна, которую ты мне хотела подарить в магазине, я тебе уже просила, но ты мне не купила. А это пони, смотри, мам. У нее даже сейчас одежка снимается. Снимается и одевается. А крокодильчику ее у меня уже есть. Ай, подойду. Ой, ну что ж, ладно, бери, если тебе ее тогда не купил. Посмотрю, сколько они будут на 7 месяцев стоить. Ну, я посмотрела недорого. Ой, у тебя недорого, это 5 тысяч. Ну, наверное. Что? Я шучу, не 5 тысяч меньше. Так, идем на кассу. А, ты первая? Нет, так. Так, здравствуйте, здравствуйте. Вы хотите у нас что-то купить? Так. Давайте выкладывайте. Пожалуйста, на счёсочку пробейте. Вздик. Пожалуйста, еще пробейте вот эту сумочку. Вздик. Пробейте, пожалуйста, вот эту пони. Вздик. А, кстати, подождите, не пробивайте пони. Так, сколько вот, вот это все стоит? Так, сейчас расческа 150 рублей. А папочка 100 рублей. Получается 250. Ага, да. Все. Дальше давайте поливать. Только не в отчет. Вздик. 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 Так. Здесь равно 500 рублей. Они так дешево стоят. Ну, как бы да. Вот такая пони в одежке, так-то они стоят 501 с одежкой, а сейчас по скидке 300 рублей она стоит. Вот эта куколка, она стоит 100 рублей. Это тоже штука не маленькая. Ну ладно. А с вас всего 750 рублей. Держите. Все, до свидания. Мы пошли. Ну, пока, подруга. Пока. До свидания. До свидания. Проходите вы. А, да. Вам нужна сумочка какая-нибудь? А, да, мне, пожалуйста, эту карточку. А подождите. Я кое-куда схожу. Моей доченьке куплю поняшь вот эту. И вот эту вот. Только не колонку и это. Хорошо. Вздик. 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 Так, с вас всего... Извините. С вас всего 500 рублей. Всего 500? Хорошо, держите. Да. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Всем пока, вы были на телеканале ТКФК ТВ. Подписывайтесь на мой, на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео, говорите, хорошо я сняла, нет. Говорите, какие серии, я их сниму. Всем